настроением легко не бывает. Тем более он легче меня, и у меня есть задача как минимум его переиграть. Нам еще друг с другом чуть неудобно, оба левши. И из-за этого, ну, в этом загвоздка такая. Классный бой. Мне понравился. Друзья, всем привет. Меня зовут Наиль. Сегодня мы по просьбе канала Бодимании поработаем с моряком по правилам бокса плотненько. Видит, двигается для своего веса прилично. Вот. Ну и в принципе он как человек хорош. Видел такой. Ли ты, что он от боя к бою потихоньку начинает набирать форму? Что первые разы, когда он еще на мясорубке выходил, форма была гораздо ниже по уровню? Ну да, да. Ну он молодец, он тренируется. Готовится, понимает, что его часто сейчас будут дергать на всякие бои, спарринги. Он готовится, относится к этому ответственно. За это ему уважение. Какой у тебя уровень любительский? Сколько у тебя было в любителях боев и какие регалии? Блин, да слушай, я боев в любителях не считал. Ну, мастер спорта по рукопашному бою. 50-100 было в любителях? Да я думаю, побольше. У нас за одно соревнование бывало по 6-7 боев. Если мастерский турнир, какой-нибудь уровень России. Вот. Ну, честно говоря, не считал, не знаю, не считают, а боксеров там считают, а у нас как-то так. Ну и мы выскакивали везде, мы выскакивали по ушу саньда, по боевому самбо, по рукопашному бою, по всяким СКБЕ, спортивные комплексные единоборства. Говорю, ну максимально там джиу-джитсу, не джиу-джитсу, нас раньше везде всегда вы бы этот выставляли. Так, по профи у меня уровень такой, слабенький. 2 по панкратиону выигранных, а 3 проигранных. Так что по профи я не пошел. Не мое, наверное. А регалии любительские? Мастер спорта? Мастер спорта по рукопашному бою, мастер спорта по панкратиону. Мне в команде Бодимании сказали, что я слишком добрый. Вот. И неделю назад мне дали протестить тестобустер, который повышает уровень, естественно, тестостерона. Препарат называется Берсерк. Я до этого использовал тестобустеры, но какого-то эффекта ощутимого я не чувствовал. Но в данный момент, как бы, я могу сказать, что я, ну, в принципе, на этой неделе мало спал, чувствую себя отлично. Вот. И у него вот есть эффект. Есть эффект, как минимум, бодрящий. То самое главное, я хочу сказать, что мы производителя знаем лично. Вот, он находится здесь. Я в терминологии не силен. Вот сейчас мы дадим ему слово, и он вам более подробно расскажет об этом препарате. Здорово. Классная штука, спасибо. Расскажи, пожалуйста, немножко об этом препарате, как ты его сделал, вообще, для чего он нужен. Я Тёма Зельевар, кто-то меня помнит по Киплукс. В общем, вот эту штуку я разрабатывал 3 года со спортсменами, в том числе с Витей Симкиным, Юрой Ильиным. Ребята сдавали анализы, и мы реально увидели, что есть повышение тестостерона. И не только спортсмены, и обычные просто подписчики в этом участвовали, тоже присылали анализы, и тоже был рост теста в составе Иврикома, Колиус и имбирь. Это вещи, которые в исследованиях показали себя как неплохие тестобустеры. Хотя и многие сомневаются в тестобустерах, но вам это стоит попробовать. 3 года убил. Здесь есть мой телефонный адрес. Если будут какие-то предъявы, вы всегда можете, как бы, меня отхуесосить. И самое главное, ребят, с момента выпуска этого ролика в течение 3 часов на Wildberries действует специальная скидка в 30%. Переходите по ссылке в описании, и там более подробно еще можете и прочитать. С вами моряк из Крыма, вот, команда Бодимания. У нас даже будет не спарринг, а показательный бой. Вот, соперник легче меня. У меня есть задача прямая непосредственно, так как я провожу много тяжелых боев в последнее время. Вот, мне необходимо проводить еще и легкие бои, но с Наилем легко не бывает, тем более он легче меня, и у меня есть задача как минимум его переиграть, а он легче и быстрее. Сегодня я буду пытаться переиграть соперника не за счет физики, вот, а за счет непосредственно мышления в голове. Вот, в общем, план на бой есть, хочу работать, хочу тренироваться, ну и само собой биться. Вот, и для этого необходимо проводить такие показательные бои. Но я буду все равно работать в своей манере, как бы, наоборот, если мой соперник будет заряжаться, мне только плюс с этого. То есть я смогу, как бы, на этом фоне, как бы, сделать
то, что мне нужно будет сделать. Потому что когда соперник заряжается, это минус для него. А я буду пытаться сделать все, чтобы соперник заряжался. Буду его дразнить, раздергивать, как бы провоцировать. Вот, буду, в общем, сегодня учиться. Так, намотали ударные две косточки. Дальше можно снова сюда перейти. Один моточек вокруг пальцев, кисть. Все. Рука легкая, сжимать руку легко, костяшки закрыли. Все. Называется Наиль Мамлеев, мастер спорта по панкратиону, мастер спорта по рукопашному бою, тренер проекта «Мясорубка». И против него вызывается Евгений Курданов по прозвищу «Моряк». Также мастер спорта по боксу, финалист проекта «Мясорубка», победитель турнира по боям на голых кулаках. Сегодняшний бой состоится по правилам бокса. Рефери Амари Брои. Правила знаете, не нарушаем, локтями не работаем, работайте чисто, клинч не затягиваем, окей? Все, ребята, расходимся. Раунд один. Закончен первый раунд. С Наилем все сложнее. Вот. Но у меня есть своя задача определенная на этот бой. Раунд два. Thank you.
Классный бой, мне понравился. Вот это называется формат дружеского боя, когда два соперника работают друг с другом, не бьют жестко, но сильно, ну то есть сильно моментами, вот. И это реально очень интересно, ну лично мне. Спасибо Нейлю. Что ты, я вижу, немножко болеешь, да? Можно работать? Насморк. Да, приболел. Вот. Ну ничего страшного, как бы это не проблема. Женька молодец, хорошо отработал, двигается, для своего веса хорошо. Ну, нам еще друг с другом чуть неудобно, оба левши, и из-за этого, ну в этом загвоздка такая. Левша с левшой встречаются, когда такая работа боль, застаиваться начинаю. Вот. А так молодец, блин. Респект ему. С ММА, конечно, не знаю. Мне кажется, наверное, больше вот бокс его такая его тема. Если он всю жизнь в этом крутится, ну, потому что надо борьбу ему, борьбу ставить. Ну, либо борьбу прям плотно, борьбой заняться, потянуть борьбу, и почему бы нет. Он тем более опыт уже есть, бьет он тяжело. Друзья, если у кого-то есть какие-то вопросы, пишите ко мне в личку в Инстаграм, я всегда отвечаю. Вот, друзья, желаю всем вам здоровья, берегите себя, своих родных. Мир всем. Ребята, подписывайтесь на канал MMA Mania. Там вы увидите больше боев, больше мяса и больше жести. Я вас буду ждать там. Ставьте лайки.